Здравствуйте, вы смотрите «Итоги дня» информационного портала ulpravda.ru. Меня зовут Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские спасатели отмечают профессиональный праздник. С улиц города начали эвакуировать неправильно припаркованные машины. Немецкие инвесторы заключили с Ульяновском крупный контракт. Германия – это главный экономический партнер Ульяновской области среди государств Европейского Союза. Немецкие инвесторы создали в регионе свыше 2000 высококвалифицированных рабочих мест, реализовали порядка 10 крупных инвестпроектов. Поэтому в областном правительстве первый день весны решили посвятить немецкой экономике. В качестве почетного гостя пригласили директора Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса. В областном правительстве 1 марта прошло под эгидой Дня немецкой экономики. Первым делом губернатор Сергей Морозов провел переговоры с немецкой делегацией по расширению сотрудничества. В Ульянов с деловым визитом прибыл директор Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. И мы заинтересованы в развитии наших отношений не только в плане экономики. Вчера мы с вами говорили о том, что мы хотели бы развивать наше сотрудничество на муниципальном, на региональном уровне. Мы заинтересованы в сотрудничестве и с Баварией, и с Саксонией, и Баден-Вюртемберг, и многими другими территориями. Мы планируем обратиться к российско-германскому форуму с инициативой проведения одной из конференций здесь, в Ульяновской области. И, конечно, будем обращаться к вам за поддержкой. Сегодня в регионе работают сразу несколько высокотехнологичных немецких предприятий. Среди наиболее крупных из них – заводы ДМГ «Мори», «Шефлер», «Жаке Пластик», «Хенкель». В целом на заводах работают свыше 2000 ульяновцев. Стороны подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. А значит, это новые инвестпроекты на миллионы евро и налоги. Очень много дальнейших планов. И именно так как все немецкие предприятия заинтересованы в увеличении своей доли локализации в таких индустриальных областях, то я думаю, что здесь очень хорошие перспективы именно увеличить цепочку добавленной стоимости на территории Ульяновской области. На встрече был подписан еще один официальный документ – соглашение о создании новой производственной площадки. Таким образом, в ближайшее время в портовой особой экономической зоне появится российско-немецкое предприятие по производству пластиковых деталей для автомобильной промышленности. Партнером выступит всемирно известная немецкая компания Raven Group. Проект, мы считаем, относительно небольшой, предполагает вложение около 200 миллионов рублей. Мы планируем организовать в ближайшее время, в кратчайшие сроки, может быть, 2-3 месяца, производство по выпуску пластиковых деталей для автомобильной промышленности на территории индустриального парка в портовой особой экономической зоне. В конце встречи представители ульяновской немецкой стороны обменялись памятными подарками и выстроили планы на ближайшее сотрудничество. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Ночью в Ульяновске 4 машины отправили на штрафстоянку. Несмотря на запрещающие знаки, автолюбители перекрыли проезд снегоуборочной техники. За неправильную парковку на нескольких улицах города автолюбителей начали не просто штрафовать, а эвакуировать машины. В ночь с 28 февраля на 1 марта совместно с сотрудниками ГИБДД на штрафстоянке было эвакуировано 4 автомобиля. Транспорт находился на улице Репина под знаком «Стоянка запрещена» с информационными табличками «Работает эвакуатор». Были эвакуированы автомобили марок Audi, Ford, Kia и Renault. На нарушителей правил дорожного движения инспекторы ДПС составили административные протоколы. Наполним табличку «Работает эвакуатор» под знаками, запрещающими стоянку или остановку, уже поставили на улицах Полбина, Робеспьера, Репина и Верхнеполевая. Как заявили в городской администрации, из-за припаркованных неправильно машин снегоуборочная техника не может убрать снег. В микрорайоне Репина, к примеру, на участке от улицы Скачилова до бульвара Архитекторов автомобили припаркованы местами в 2-3 ряда. Это мешает не только дорожникам, но и местным жителям. Аналогичная схема будет действовать на улице Полбина между Октябрьской и Терешковой. 1 марта – это не только календарное начало весны, но и праздник всех сотрудников отделения гражданской обороны МЧС России. В этот день чествуют спасателей, огнеборцев и всех тех, для кого спасение жизни – не просто профессия, а призвание. Первоначальным назначением гражданской обороны была защита мирного населения в условиях военных действий. Истоки будущего праздника были заложены в далеком 1931 году, когда в Париже была основана Ассоциация Женевских зон. Под этим понятием скрывались нейтральные зоны, в которых в военное время могли найти убежище пожилые женщины и дети. Сейчас гражданская оборона – это отлаженная система, где работа ведется круглосуточно. Только за последний год сотрудникам Ульяновского управления МЧС удалось спасти несколько
сотен человек, а количество пожаров по сравнению с 2017 годом удалось снизить на 2%. И сегодня хотелось бы поздравить всех сотрудников Главного управления МЧС России по Ульяновской области, наших ветеранов с этим Всемирным днем гражданской обороны, пожелать им здоровья и всегда служить на благо отчизне. 2019 год в МЧС России объявлен годом предупреждения чрезвычайных ситуаций. В течение этого года по всей стране пройдет множество мероприятий, направленных на профилактику пожаров, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий. Масленица – это веселый народный праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В 2019 году сам праздник выпадает на 10 марта, а масленичная неделя начинается с 4 марта. На протяжении 7 дней ульяновцев ждут массовые гуляния с ярмарками, танцами и, конечно, блинами. Подробности расскажет Ирина Антонова. Согласно народному календарю, с 4 марта стартует масленичная неделя. Организаторы праздничных мероприятий познакомили журналистов с программой празднования. Как отметила заведующая Центром развития и сохранения фольклора Нелли Орлова, масленичные гуляния в нашем регионе по традиции начинаются раньше, 3 марта, в селе Урено-Карлинское Корсунского района. В 2016 году в селе была реконструирована традиция проведения кулачных боев на мясоедное воскресенье. Во время праздника будет работать множество интерактивных площадок, как для детей, так и для их родителей. Самое главное, конечно, это катание на лошадях еще. Катание на лошадях у нас пойдет по улице Урено-Карлинского, где будут сидеть ряженые, где будет сидеть чудной старик, который тоже, кстати, по сказаниям и по преданиям именно пошел с Корсунского района, вот с Урено-Карлинского, который будет выкрикивать интересные зазывалки, шутить, балагурить, вести праздничные концертные номера, играть с населением. Центр народной культуры присоединится к празднованию в Урено-Карлинском. Перед сельчанами и гостями праздника выступят народные фольклорные коллективы. Театр «Веретено», ансамбль «Ладанка» и детский коллектив «Оберег». Один из номеров был представлен на встрече с журналистами. В Ульяновске масленичную неделю открывают в библиотеках, где пройдут игровые праздничные программы, мастер-классы. И вот городские библиотеки, они первые тоже начинают вот эту, открывают тему этого года, года национального единства. И у нас будет чувашская масленица в библиотеке. И элементы мордовского праздника будут. Конечно, русская масленица пройдет. Это будет проходить на открытых площадках около библиотек и в самих библиотеках. Гуляния пройдут во всех районах города. Первым во вторник примет гостей железнодорожный район. В среду развернутся гуляния в Ленинском районе, в четверг – в Засвияжском и в пятницу – в Заволжском районе города. Главные празднества пройдут 10 марта. Основной площадкой масленичных гуляний в Ульяновске станет Соборная площадь. Кстати, будет работать площадка, на которой известные люди города испекут блины и угостят горожан. А вот испечь самим метровый блин можно будет 10 марта в блинной столице – Сенгилее. Вообще сам старт всего мероприятия 10 марта у нас будет в 10:45. Это большое масленичное шествие, которое подойдет как раз-таки у нас к 11:00 главной сцене города Сенгилея, где пройдет открытие фестиваля «Широкая масленица». Желающие поучаствовать в масленичных гуляниях в городе Сенгилея и попробовать фирменные блины смогут добраться в блинную столицу на рейсовых автобусах или при помощи специализированного туристического маршрута. Ирина Антонова, новости «Ульяновской правды». Уже завтра, 2 марта, на льду «Волгоспорт-арены» пройдет финал городского турнира по хоккею с мячом среди дворовых команд ТОС. В финальных поединках сойдутся 5 команд. К ним присоединятся еще 3 команды, набравшие наибольшее количество очков в общем зачете группового этапа. Всего же участниками соревнований стали 19 ТОС города. Начало соревнований в 12:30. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды. Сегодня ночью и завтра днем в Ульяновской области ожидается сильный снег. На дорогах гололедица и снежные заносы. Температура воздуха ночью составит 2 градуса со знаком минус. Днем 2 марта столбик термометра достигнет нуля. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru. Хороших выходных!